15-го столетия, а в начале 20-го столетия взяли химический анализ уже, разбили эту воду. Оказалось, что это магний красного цвета. Ух ты! Это самое большое количество. Магний? Зайдите, почитайте, магний стоит на первом месте. В этой воде? В любой воде нашей. Славяновской, а как на ржавчину? На самом деле магний. Для чего магний нужен? Организм? Это мы знаем. Нервная система. Для всего. Для всего. Мышечная, да. Сердечная. Да. Это кровяная прежде всего магний. Ой, да. Я хочу снять эту табличку. Ой, сейчас опять убежу. Быстрее его догонять. Ну такой спортсмен. Сейчас я догоню. Да я говорю, его надо догонять, потом не догонишь. Я поэтому его вчера, я говорю, и так, и сяк. Я говорю, я сейчас сяду и буду плакать. А он смеется.